Груши очистить от кожуры, обильно полить лимонным соком. В 1 литре воды растворить сахар и ванильный сахар. Поставить на огонь. Сироп довести до кипения, положить в него подготовленные груши, готовить 15-20 минут, периодически переворачивая груши и поливая сиропом. Груши переложить на тарелку и охладить. Для соуса венчиком взбить желтки с сахарной пудрой, добавить взбитые сливки и влить вино. Соус уваривать до тех пор, пока он станет густым. Подготовленный соус охладить. Для глазури шоколад растопить на водяной бане. Груши полить глазурью, переложить на блюдо с соусом, присыпав корицей с сахаром.